Ни холод, ни комары, ни препятствия. Ничто не помешало самарцам стать победителями в этой гонке. Спортивно-туристский лагерь «Туриады» – это соревнование по спортивному туризму. В этом году на «Туриаду» съехались почти 700 участников со всех регионов ПФО. Ребята преодолели пешеходные, велосипедные и водные дистанции. Достаточно сильное течение, потому что дистанция была расположена на озере от Полаковской ГЭС, кажется. Сильное течение, большой выброс воды, и как раз ворота находились. На этом течении было сложно пересекать струю, было сложно попадать в ворота, а касание вешек также штрафуется, то есть была возможность получить штраф. Командный дух и воля к победе помогли самарской команде стать серебряными призерами «Туриады». Традиционно лагерь проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта. На родине, в Самарской области, победителей встречают с большими почестями и желают дальнейших успехов. На «Туриаду» действительно приезжают люди, которые по-настоящему любят свою родину. Это может стать такой патриотический проект. Как можно заниматься туризмом, если не любишь свою родину? Туризм на то и есть. Туризм для того, чтобы узнавать больше. А если человек хочет больше узнавать, это говорит о том, что он действительно настоящий патриот. Все команды работали, но наши работали лучше, больше и серьезнее над собой. Поэтому такой результат достигли. Конечно, спорт есть спорт, и останавливаться нельзя, тем более, что эти соревнования имеют в том числе и определенные спортивные достижения. Победителям присваивается, насколько я знаю, звание кинотеатра спорта. Воодушевленные победой участники «Туриады» уже планируют поездку и в следующем году. Обещают тренироваться и развиваться, чтобы на «Туриаде» 2018 стать абсолютными победителями. Марина Матвеевна, Василий Колдашов. События.